Лайт это свет. Лайт это типа. Ну короче, пошел нахуй. Ты спросишь, как я хол сегодня, I'm fine. Так как я зашел на лучшую стратегию онлайн. UpX, UpX, XX, up. Сразу стал мечтой всех чикс. Ведь просто зашел на UpX, UpX, XX, UpX. Парень, не тупи, ссылка в описании. Бля, сейчас если Крисейв так же будет прыгать, бля, по люкам, бля. Всех так убьет. По пенисам, бля. То на пизда, друзья, бля. Это такой, знаете, лайтовый саботаж, чисто для прикрытия устроил, ребят. Это такой, знаете, лайтовенький саботаж, ребят. Витёк, здорово, Витяй, братанчик. Тут у нас занято, ебать. Ведь клап припиздал, блядь. Блядь, охрану надо закрыть срочно. Чем? А, три трупа, ебать. А как три-то, блядь? Там что, три трейдера ёбнули, блядь? Это ЖМП. Чё это? Он вот два пришел как раз навигационное, где лежит труп. Не знаю, я репортить прибежал. Кто пришел навигационную, говоришь? Но, я бегал постоянно с ломакой, Нет, не надо опираться на меня, не надо, блядь. Я не опираюсь. Ты бегал с ней и еще с баллоном, поэтому ты не мог мне ёбнуть. Опора из-под ног, ебать, убрал. Не надо опираться на меня. Вот два с нами был, по-моему, Light Lol и Юля, и потом они ушли направо, а я ушла. Вы ушли направо, потому что я кислород пошел, я кислород вырубал. Я от вас потому что мне надо было эти щиты поднять. Я два раза вырубал кислород, если что. Один раз вырубал при Shadow Cake, второй раз пришли Джоин и боевал. Да. И Лера со мной пришла. Почему это Джоин тайм? Объясни мне. Ну, я говорю, ты единственный, который пришел со стороны навигационной. Балонка, бля, ребят, же не узнаете, бля, не признаете балонку, ебаная пупа. Ты единственный, кто пришел с той стороны, а потом пошел. И труп был обнаружен, получается, мы... Это мог быть не я, потому что там, типа, есть канализация. Сука, наушники теперь отпадают. Не знаю. Надо срочно заказать. Ну, это не бустер и не баллон, то, что они... Видите, как я работал, бля? Видите, как я в какой методике? Есть подозрения некие. В управлении я что делала? Да нет, управление, это... Не-не, ты изначально, когда я зашел со мной стоял, потом ты убежал, потом ты снова прибежал, потом ты со мной побежал. Тихо-тихо-тихо. Просто я когда зашла в управление, там кто-то зашла туда Юля потом. Управление, это что? Я просто я не это помню. Где карточка проводить? И ты вышла снизу, но я не видел, что туда заходила. Я тоже, как будто она с люка выпрыгнула. Мне тоже показалось. Кто? Я в Крисове кинула, да. Потому что она не заходила в управление. Я просто не знаю карту, я не понимаю, где эту... Ладно, хорошо. Вы слышали, Крисове пердануло? Мне показалось, но это было... Не показалось, реально пердануло. В начале раунда почти. Ну, нет, это было как раз после того, как я пошла кислород. Она выпрыгнула с люка и пошла в верхний. Вот так вот, бля, Крисвейв нахуй припизнули. А такое бывает, ребят, бля.
Мне кажется... Нихуя там в чате, блядь. Нихуя себе сказал я себе, блядь. И ёбнешься, блядь. Мощный аргумент. Это бустер, наверное. Это бустер. Это он бустер, был да. с ломакой. Только он был. Ломака ушел рядом. В правую сторону. Не-не-не-не, какой ломака? Не-не-не, смотрите. Сверху просто... вниз, потому что это не Зарк. Мы с Зарком стояли, у нас да, двери закрылись. Мы с Зарк... Ой, мы с Зарком, блядь. Мы с Джойном и а Ломакой бежали нашел, в навигацию. Потом да. Ломака сверху остался, бустер побежал туда, и там труп. Да-да-да. Мне кажется, это бустер. А он так ржет точно, как блядь. Блядь, не надейте, мне хуяку жестко скинули, блядь, алло. Я бля буду, мне такой пенис мощный закинуть. А где ты нашел труп? Да, все, недавно не пиздец. Я нашел, ну где щиты поднимают, короче, хуй знает. Ну ладно, если вы так считаете, ребят, ну просто потом подумайте, типа сразу обдумайте какие-то методики. Да, касаемо. Я уже вкинула. Ну это мы... точно. Да, это... Все, окей, давайте тогда. Скипаю, потом правда. Подумайте, кто это будет, блин. Скипаю. Окей. Ну да, я поторопился, блядь. Если что, со мной Джоин просто бегает, АФК, поэтому... Мы с Юлей вместе были. Ну, если я сдохну... Да ладно, головастик в ДХ, это я был! Да, я с Джоином.